6 июля отмечают Всемирный день поцелуев. Изначально праздник возник в Великобритании в начале 19 века, а сегодня его отмечают более чем в 60 странах. Мы вышли на улицу, чтобы узнать у горожан, как часто они целуются и как относятся к этому празднику. Как вы относитесь к празднику? Отмечаете ли его? Я о нем сегодня только узнал. Поздравляем вас с праздником. А как Спасибо. Часто вы целуетесь? Каждый день. Как часто вы целуетесь? Каждый день. Это здорово, но сегодня целуетесь еще чаще, потому что Международный день поцелуев. Мы вас поздравляем. Спасибо. А как вообще относитесь к этому празднику? Должны ли быть такие праздники? Ну, видимо, должны быть. Скажите, как вы относитесь к такому празднику? Интересно. Замечательно. А как вы считаете, должны такие праздники вообще быть, и как их отмечать правильно было бы? Ну, хороший праздник, почему бы не устроить такую затею с поцелуями, и можно романтический вечер со своим любимым человеком устроить и целоваться в честь этого праздника. Позитивно. Поздравляем вас! Спасибо. Спасибо. Скажите, вы часто целуетесь? Да. А как вы относитесь к такому празднику? Вот с внуком особенно. Он как вы очень любит меня танцевать. Очень хорошо, позитивно. Но как вы считаете, как его правильно отмечать? Что нужно делать в этот день? Ну, радоваться, веселиться, вот с семьей гулять, ходить везде. Ну, правильно, что его отмечают вообще? Ну, правильно, конечно, да. Но смотря только с кем, вопрос. То есть нужно быть избирательным, да? Да. Целоваться по любви, наверное, да? Да. Мы вас поздравляем с праздником, с этим. И хочу узнать у вас, как вы относитесь к такому вообще событию? Надо ли отмечать такие праздники? Конечно, любые праздники надо отмечать. А вы часто целуетесь? Да. Конечно, отлично. Отношусь прекрасно. А как вы думаете, правильно, как отмечать день поцелуев? Что надо делать в этот день? Любить и любить, целоваться. Вы часто целуетесь? В последнее время не часто. А почему? Потому что у меня нет второй половинки. Ну, или обычные поцелуи тоже считаются. Я обычно целую племянника в щеку, когда встречаю. Это тоже считается. Как часто вы целуетесь? Ну, довольно часто. Да? Часто? Да. Мы вас поздравляем. И хотели узнать, как часто вы целуетесь. Спасибо, очень приятно, взаимно. Но сейчас, так как я нахожусь вдалеке от своего молодого человека, поцелуев мне катастрофически не хватает. Мы вам желаем, чтобы вы побыстрее с ним воссоединились. И хочу еще узнать, а как вы считаете правильно, как отмечать этот праздник? Целоваться, хотя бы воздушные поцелуи посылать. Сегодня Международный день поцелуев. Угу. Хотела бы узнать у вас, как вы относитесь к этому празднику и отмечаете ли его? Отлично, да. Отмечаете? Да, отмечаю. В прямом эфире вот со своей девушкой целуюсь обычно. Да? Да. А можно? Покажете нам? Да, мы посмотрим, давай. Как надо отмечать этот праздник. Катюшка, вставай. Вот, смотрите. Сейчас мы узнаем, как надо отмечать день поцелуев. Давай, иди сюда. Ура! Вот так мы праздным. Пусть поцелуем будет больше. А что, день поцелуев? Все. Спасибо. Как выяснилось, многие только сегодня узнали о том, что существует Всемирный день поцелуев. Но независимо от этого, мы поздравляем вас с праздником и желаем целоваться как можно чаще. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.